Да. Вечер добрый, ассаламу алейкум, уважаемые любители футбола. На 11-й строчке. И первый мяч с вами мы только что увидели. И удивительно, что Гамбит забивает. Андердог этого противостояния открывает счет. Мяч в итоге оказался в руках голкипера Гамбит. И снова провал в обороне. Не поняли друг друга. Выход один на один. Аджию будет спасать? Нет, Аджию не смог выручить. 2-0. 2-0. И это дубль. Да, все-таки Пинджаб вытащил джекпот. Гол Хадис Гаджиева не засчитан. Пинджаба наступил. Этот пенальти необходимо реализовывать. Мяча Шамиль Яхьяев. С самого ценного игрока прошлого туда Яхьяев забивает с точки и сравнивает счет. 1-1 входит. Нет плотности вот, в опеке у игроков. И вот такие моменты создаются. Очень досадный гол пропускает Адильбек Гаджиев. Издалека с лету к мячу приложился Магомед Камиль Абдулкадыров. И как будто не настроен на этот матч. Здорово, здорово, как играет Шамиль. И один в один хорошо обыграет Шамиль. И с точностью удара у него все в порядке. Здорово, Буракаев. Но это не выход один на один, но Буракаев находит возможность. Как же здорово сыграл в этом эпизоде Ислам Буракаев черпачком. Так как на одну победу будет отставать. Какая грубая ошибка очередная. И Хадис Гаджиев отвечает... своим черпачком на черпачок Ислама Буракаева. Кипят. Очень напряженный матч и выпускает. Ну, почти идеальный шанс Ислам Буракаев. Чтобы мяч отобрать. И 3 в 2. Не, уже 3 в 3-3 контратака. У Гамбита удар дальний угол ворот, но длинновлять. И снова великолепный эпизод для того, чтобы двойное преимущество добыть. И удар, и там серия рикошетов, ай-яй-яй, как мяч. Неточная передача, Ага Шерифа прочитал в стиле Паоло Мальдини. На опережение сыграл. И момент на этот раз на Адильбек Аджиев. Их игрок нарушил. Но, как известно, в таких случаях последнее слово остается тому, кто забивает, но не забивает. От синий остается, звучит свисток Сархана Мехманова об окончании этого увлекательнейшего матча, в котором андердог обыгрывает фаворита. И у нас не будет.